Ярославский «Шинник» одержал первую победу в первенстве России. В среду в Нижнекамске подопечные Александра Побегалова разгромили КамАЗ из Набережных Челнов 0-3. У черно-синих отличились два новичка – Владислав Сиротов и Андрей Мязин, который реализовал пенальти. Еще один гол на счету Артура Малаяна. Следующий матч «Шинник» проведет в Ярославле. 20 июля он примет московский «Спартак-2». Первенство ФНЛ. Третий тур. 20 июля в 18:30. Шинник Ярославль, Спартак 2 Москва. Прямая трансляция на канале ГТ Регион.